Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортіку. Діма, таке одразу питання. Точніше, чи вірно я тебе охарактеризую? Ти івент-менеджер, який спеціалізується саме на спортивному напрямку. Так. Це вірно. Да. Ти десь цьому навчався? Чи це вже так по життю пішло, і ти зрозумів, що це в тебе виходить? Як так вийшло? Нігде не вчився. Взагалі? Просто взагалі. Так просто вийшло, що... Я с самого детства занимался спортом, разными видами, да, то есть, и в какой-то определенный момент, в студенческие годы, я попал в молодежный совет, была такая организация, она и сейчас есть, молодежный совет так. при городском голове, да. И я стал заместителем молодежного мэра и вел спортивную тематику, да, то есть я развивал спорт, организовал спортивные мероприятия среди студентов. И как-то так получилось, что вот это мне зашло, это мне понравилось, я в этом, ну, как бы, нашел себя, да, нашел свою... Треба было спробовать и зрозуміти, что да, это твоя. Да, надо было попробовать, вообще в жизни так, чтобы ты пока не попробуешь что-то новое, ты не поймешь, твое это или нет. Який перший івент, згадай, ти організував, провів, що це було взагалі? Это были дні молодежи. Ага. В городі Дніпрі. Де потрібно було щось спортивне, так? Чи взагалі? Взагалі. В общем, не тільки спортивне. Тобто у нас був фестивальний причал, у нас була команда депутатів молодіжного совєту, да, ми всі працювали при комітеті молодіжі горсовєту. І це були студентські роки. Тобто ми були студентами, там було по 18, по 19 років. І ми організовували ці всі мероприятия, тобто і... Не всегда это пересекалось даже со спортом. Ага. Проба пера. Да, совершенно верно, да. Добре, тоді розкажи про івенти вже спортивні, ну такі масштабні, згадай, які тобі вдалося провести на території, я так розумію, що України, не лише у Дніпрі. Так, було таке. Це дуже цікавий досвід, і я дуже благодарен. Мене пригласили в проєкт. Федерация ракетомодельного спорта. Я хочу сказать, что я вообще не знал о такой федерации. Я не знаю, знаешь ли ты об этом. Ну, трошечки знаю, знаю. Меня пригласили в этот проект. Почему? Потому что ассоциация «Ноосфера», которая была и есть основным партнером этой федерации, организовывала чемпионаты Европы и чемпионаты мира в 2015-2016 году. В 2014 году я, как официальный представитель сборной Украины, лечу в Болгарию смотреть, как они организуют чемпионат мира. Как это взагалі робиться? Как это происходит, то есть на каком уровне у них это все организовано. Ага. Ну, то есть я прилетаю в Болгарию, ну, сборники занимаются, то есть выступают, а я хожу, фотографирую там. Моменты, которые мне были интересны. Запам'ятати хоть це все. Ну, конечно, как это все выглядит. Я записывал, то есть я не просто как турист полетел, я летел туда с определенной целью. Потому что я понимал, что в 2015 году и мне надо будет проводить чемпионат Европы в Украине, в Днепре. Ну, чемпионат заканчивается, я сделал определенные выводы свои. И на официальном брифинге, каждый чемпионат, который заканчивается, то есть все представители сборных собираются, и у них есть официальный брифинг. И они официально заявляют, у нас как раз начался военный конфликт на Востоке. Они сказали, ребят, мы как бы все понимаем, но мы к вам не поедем в Днепр. Понятно. Ну, по понятным причинам. Дуже да? близко до дуже до близко, линии. Да. То есть это мы с вами знаем, что это там 200-220 километров. А они-то по карте смотрят, да, и у них там сантиметр-полтора на карте, да. Они этого не понимали. И, говорит, переносите чемпионат в другой город. Мы приезжаем в Днепр, я докладываю руководителю об этой ситуации, и принимается решение перенести чемпионат ближе к западным границам нашей страны во Львов. Принято было решение. Всю логистику туда. А логистика вся была в Днепре. Разумею. Мы собирались летать на аэродроме Каменка, проводить чемпионат. Да? То есть мы определенные делали действия, то есть готовили инфраструктуру там, для того, чтобы проводить чемпионат там. И тут в какой-то момент нам говорят, переносите все во Львов. И в 2014 году осенью
У меня командировка во Львов. Я приезжаю во Львов, я не знаю ни одного человека вообще во Львове. Ага. В принципе. То есть я выхожу в 7 утра с поезда. Не знаю никого. Я просто знаю гостиницу и адрес, где у меня забронирован номер. Классно. Да, вот вообще ничего нет. Вообще ничего. Ни поля 5 на 5 километров ровного. Да, ну, потому что ракеты поднимаются, и потом их несет в потоке ветра, и их надо пойти поймать. Но я отдельно об этом расскажу. Но это уже больше спорт, это не ивент, да, то есть не моя работа. Я приезжаю, я заселяю в гостиницу, думаю, с чего начинать. И я начинаю с того, что я еду в управление спорта обладминистрации Львовской uh-huh. области. И прям к начальнику в кабинет захожу в приемную. Майборода Юрий Анатольевич, замечательный человек, стал моим хорошим старшим товарищем, другом. Вот, сейчас он заступник головы ага. Олимпийского комитета Львовской области. Нормально. Да. Да. Нормально. И по совместительству еще первый зам Львова-арены, директора Львова-арены. И что ты ему просто... Да, я просто захожу, говорю, Юрий Анатольевич, здравствуйте, я из Днепра, вот у меня вот такая вот задача. А он очень контактный человек, вообще во Львове все очень контактные люди. Я вообще считаю, Львов это город... Просто своей второй родиной. Я очень люблю этот город. Я всегда там энергетически очень наполняюсь. Замечательный город. И он говорит мне, Дмитро, вибачте, але в мене зараз... А это понедельник. Угу. Где-то 9:30 на часах. Все расписано у него. Все расписано у него понедельник. Сами понимаете, чиновники, да? То есть оперативки, совещания, понедельник, начало недели. А тут кто из Днепра приехал, что хочешь, что там с каким-то письмом. Вот. И он говорит мне, Дмитрий, вы извините, говорит, у меня сейчас нарада у губернатора. Ага. Вот. Поэтому, говорит, вы или подождите, или давайте переназначим время. А я понял, что времени у меня нет, в принципе. То есть надо с чего-то начинать. А я говорю, Юрий Анатольевич, а извините, а если я сейчас вместе с вами к губернатору поеду? На нараду, да. А он говорит, да поехали. Мы садимся в служебный автомобиль, едем в Львовскую администрацию, заходим... Ты, по сути, что ему рассказываешь, я так разумею? Ну, я, по сути, конечно, в машине ему рассказываю в двух словах о том, что планируется такое-то мероприятие, это чемпионат Европы. И мы приезжаем в приемную губернатору, он заходит в кабинет к нему, я сижу в приемной, и секретарь говорит, Дмитро Олегович, заходьте, пожалуйста. Ага. Я захожу, и в 10 утра, то есть в 7 утра я приехал во Львов, а в 10 утра я уже был у губернатора в кабинете. Да. Нормально. Вот, я ему все обсудил, все рассказал, очень контактный человек, Турянский реванш был там губернатором. И я получил полную поддержку буквально за 10 минут, то есть он сразу при мне отдал распоряжение полного содействия, полной поддержки этого мероприятия. И, в общем-то, с этого все и началось. Виходить, що одна із головних якостей івент-менеджера, по суті, стукати усі двері і тобі відчинять. Ну так вийшло в твоєму випадку. А так виходить, не? Так виходить постоянно. Угу. Смотрите, руководителя не интересует, как ты добьешься поставленной задачи. Ее тебе ставят, ага. И как ты ее выполнишь, ну, за это тебе платят деньги, за это ты получаешь гонорары, это твоя работа. Угу. Вот, если ты будешь каждые 5 минут звонить и спрашивать разрешение, а можно мне сделать так, а можно мне сделать так, а можно не так, ну, тогда смысл теряется вообще. Ты скажешь, а зачем ты тогда нужен? Я тогда сам все сделаю, если ты мне каждые 5 минут звонишь. Поэтому ивент-менеджер, я хочу сказать людям, которые нас смотрят, кто хочет в этой жизни стать ивент-менеджером, не нужно бояться. Угу. Нужно быть очень воспитанным человеком. Нужно четко, твердо знать свою задачу. Четко, твердо объяснять людям, чем тебе нужно помочь. На самом деле, ну, редко когда кто-то в чем-то отказывал лично мне в помощи ивентов спортивных. Подход. Так, до людини? Обязательно, так. В любой сфере, спортивной, не спортивной, главное подход к человеку. Як ти оціниш той івент, ось чемпіонату, який у Львові відбувся?
Ну, це твій був дебют. Знаєш, це як дитина, перша дитина, ти дивишся на неї нормально. Оце красиво. Як дебют, воно було? Дебют пройшов дуже хорошо. І якщо брати по медальному зачету, то чемпіонат Європи, який провівся во Львові федерації нашої, Украина, сборная Украины завела большее количество медалей, которые завело до этого и уже после этого на всех чемпионатах Европы и мира. То есть, да, это спортсмены, да, это была их родина. Они представляли свою страну. Но где-то частичка того, что все было организовано с помощью меня. Грею душу. Грею душу о том, что, гимн Украины звучал каждый вечер на церемонии награждения и не по одному разу. Угу. Это было очень важно. Потом, когда мы получили полную поддержку, было очень важно найти подрядчиков. Это флагштоки, это трибуны, это шатры для сборных. Ось навіть это ось питание. Такие есть, маленькие детали, это все знову про тебе. Оце, абсолютно, штуки, абсолютно. То есть под, просто под ключ. Ага. Безусловно, была команда, да, там, которая делала, там, заказывала футболки, какие-то такие вещи. Но наградную атрибутику заказывал тоже я. Добре, до речі, про команду. Важко знайти кадри, скажімо так. Ось є, ти, так, стрижень з організації, і тобі потрібні енні люди. Ось важко знаходити людей взагалі, щоб організувати дійство спортивне? Ви знаєте, кадры решают все. И зачастую это бывает непросто. Зачастую, знаете, как идеализм, да? То есть ты хочешь все делать так, ты хочешь, чтобы люди все выполняли так, как ты это видишь, но не всегда это получается. Да, у меня был помощник на чемпионате, который выполнял какую-то техническую работу. Но всю основную координацию, у меня должность так и называется, координатор чемпионата Европы 2015 года по ракетомодельному спорту. То есть выбирались мною отели полностью для сборных. То есть, флагштога до готелю выходит, абсолютно, да? Все. До того, что со сборной Италии участник всего один человек. И ему ни в коем виде нельзя было в еду добавлять горчицу. Ого. И ты должен был это отследить, потому что у него наступал приступ аллергии, который мог закончиться не очень хорошо. Да. Ага. Да, то есть вот эти все детали в голове очень тяжело удержать, но тем не менее я с этой задачей справился. А еще я вам хочу сказать, знаете что, в любом ивенте спортивном, безусловно, были моменты, когда был разбор полетов, безусловно, были моменты, которые где-то каким-то образом не понравились там руководителю, да, проекта. Но я всегда говорю, и это всегда фраза, у меня есть для этих случаев. Никогда не нужно за это волноваться, никогда не нужно за это переживать. Главное это вовремя устранить. Чтобы этого никто не заметил. Даже если заметили, ничего страшного. Ты устранил эту проблему прямо на месте в течение этого ивента. Уже он идет и что-то вылазит. Ты должен это максимально быстро устранить. То есть ты физически должен находиться обязательно там. Обязательно. И к чему я это все говорю? Что на зимней Олимпиаде в Сочи, если вы помните, там одно кольцо тоже не открылось. Ну так. На Олимпиаде. Так. Поэтому брать какие-то ивенты городские или даже всеукраинские, если вылазит какой-то маленький недочет или какой-то просчет, ну в этом нет ничего. Особенно это, когда стосується техники, например, так? Ну, конечно, конечно. Касается техники, касается того, что кто-то что-то забыл, кто-то что-то не учел. Безусловно, это все отрабатывается. Ну вот у нас, например, была ситуация, это даже я еще с юмором вспоминаю, расскажу, вам будет очень интересно. У нас мы нашли поле. Мы долго его очень искали, но мы его нашли, равнинное поле, 5 на 5 километров. И за день до мероприятия уже полностью разбит спортивный городок. Стоит под каждую сборную шатер с флагом, да, то есть каждая сборная приезжает, флажок, она видит свой шатер.
Я приїжджаю на таксі на трасу і їду через поле, значить, к этому спортивному городку. Великолепна погода, сонце, август місяць, супер тепло. Завтра начало чемпіонату, все замечательно. Все готово, все працює, да. И в какой-то определенный момент наступает порыв ветра, и все вот эти 18 шатров за 5 секунд поднимаются в небо на 50 метров. Вот так, как карта. И все взлетели. Ну, то, что я тогда внутри себя почувствовал, это не то, что там сердце чуть не стало, да? Ну, микроинфаркт. Микроинфаркт был точно. Они все падают на землю, и я понимаю, что завтра чемпионат, и городка нет, да, городка нет. Я набираю подрядчика, который мы арендовали эту мебель, и мы до 4 часов утра заново все монтировали, вбивали, они нашли огромные деревянные брусы, мы вбивали эти брусы в землю, настолько, уже закрепили настолько эти шатры, щоб вже разом з землею. Щоб вже, так, да, якщо вже полетіло, вже, да, да. І, к слову сказати, руководитель об этом не знает, вот, ну, проекта. Вот, он, это все не, ж працював. Все ж, ні, так, это не интересно. Угу. То есть тебе поставили задачу, виповнюй ее, все. Я, да. Слухай, ось ми говоримо про ракетний спорт. Я знаю, що ти точно причасний ще до організації парусного спорту у Дніпрі. Да. Ось нещодавно він відбувався. До організації футбольних переглядів у Дніпрі, коли Євро було ось влітку. Дуже різні, по суті, спортивні івенти. Скажи, будь ласка, чи можливо взагалі ось на цьому калейдоскопі організатори, яку мету вони переслідують? Чи заробляються на цьому гроші взагалі? Ну навіщо це організаторам ось потрібно? Окрім того, що це спортивна складова, наприклад. Є взагалі за мету заробити на цьому гроші? Ну, чисто я маю на увазі. Це ж проект. Ну, смотрите, это не на первом месте стоит. Ось я про це. У меня это не на первом месте стоит. Ось про це. Такої задачі, по суті, не виникає. По суті, не виникає. Смотрите, я не знаю, может, я не популярен в этом, может, я не совсем правильно себя веду, но я вопрос бонусов никогда не обсуждаю на первом месте. А бывают случаи, когда я их вообще не обсуждаю, в принципе. Я просто, ну, слухаючи, наприклад, про ракетний спорт, я розумію, що це десь у полі 5 на 5. Ну, смотрите, це був проект довгий, тобто там була ежемесячна заробітна плата. У людей була? У мене. Ага, у спонсорів, це також твоя задача проводити на такі івенти? Ні, спонсорами займалась друга, ну, тобто ага, часть другої команди, да, да, другої команди. Тобто, по суті, добре, тоді виходить, що місцеві, наприклад, облради, так, або адміністрації, або міськради, вони допомагають, по суті, організовувати міськ, точніше, ось такі івенти. Звісно, звісно. Яким чином? Що вони, як допомагають? Вони щось виділяють, там, гроші, місце? Як допомагають органи влади на місцях? Смотрите, Днепр – это спортивная так. столица. Мы это знаем. Очень много спортивных мероприятий проходит. То, что касается парусного спорта, я всегда вспоминаю 96-й год, когда мне было 15 лет, и я смотрел Олимпийские игры в Атланте. И Игорь Матвиенко выиграл тогда олимпийское золото. Так. И мне было 15 лет, и я смотрел на него, боже, ну какой молодец. А я так любил спорт в детстве. А и так случилось, что мы стали с ним вот добрыми Прошу такими вас, так? работать вместе, и мы можем иногда просто там, он говорит, Дим, приезжай, ты на яхте покатаю, да, то есть мы можем просто проехаться по Днепру, там час-полтора поболтать, но он... Где был? Да я с олимпийским чемпионом. Добре. Да, бывает такое. Ну ось, организация, например, парусного спорта. Организация парусного спорта. Ну вот третье мероприятие уже за 2 года я организовываю технически на материковой части. То есть есть водная часть, так. это спортивная часть. Есть материковая часть, это официальный фестивальный причал, набережная. И параллельно мероприятия, которые опять же там связаны немножко со спонсорами. Угу. Вот. Вот очень интересно еще хочу вам заметить факт. У меня так в жизни повелось, что и многие об этом знают, этим пользуются.
например. Продолжай. Все мероприятия, которые я организовываю, где-то каким-то образом технически участвую, они все сопровождаются хорошей погодой. Ага, нормально. То есть ни разу... Все, Дим, я записываю. Записывай, да. Нормально, добро. Записывай, да. То есть все... Я не знаю, с чем это связано. Вот прогнозы смотрят, вот у нас профи-трофи было, парусная регата, да. Все прогнозы показывали, что будет дождь, что будет штормовой ветер, что будет дождь, что будет холодно. Я приезжаю в пятницу вечером на локацию, сижу в машине, дворники не справляются с дождем. И я пишу: ребят, не переживайте, завтра будет солнце. Было солнце. Было солнце, но был штиль. Приезжает представитель Матвиенко, говорит: Дим, а нам бы ветер еще. Зараз буде. Я говорю: так вы определите, что вам, или солнце, или ветер. Я говорю: хорошо, через полчаса будет ветер. Через полчаса был ветер. Так от, я так розумію, що ти, по суті, той механізм, який поєднує організатора з однієї сторони і, по суті, керівництво у місті. Я так розумію, що тобі було треба домовитись за локацію ось цю, так? Алло, міськрада, мені потрібно для того-того. Як це відбувається? Смотрите, як це відбувається? Тобто, пишеться письмо на мера о том, що федерація, допустим, там, парусного спорта или какая-то другая федерация хочет провести в такие-то даты такое-то мероприятие. Просим вас посприяти. Никому не отказывают, всем сприяют. В случае, если парусная регата, это всегда распоряжение мэра. То есть там прописаны все коммунальные службы, которые участвуют в организации этого МЧС. Мероприятия. МЧС, полиция, медицина. Горсвет, так. Который обеспечивает точку подключения электроэнергии, биотуалеты, то есть все вот это вот до тонкостей. И все это работает как часы на самом деле. То есть всегда, когда я прихожу, ну уже есть опыт, все уже знают, что такое парусная регата. И когда я прихожу на оргкомитет в мэрию, то есть все это занимает не больше там 7-8 минут. То есть все уже знают есть меня. Есть уже разумение, как все. Уже полное, есть уже полное понимание, все знают меня в лицо, все знают в лицо я. И все замечательно. Ну вот во Львове, я же вам рассказывал, да, то есть все было по-другому. Я не знал там никого вообще. Сейчас у меня там полгорода друзей. Абсолютно. Питання. Який івент спортивний ти хотів би, щоб тобі довірили організувати? Можеш пофантазувати. Або ти точно, наприклад, знаєш, що б ти хотів провести, але ще цього не робив, наприклад. Ну, мені би дуже хотілося, і я дуже сожалею, що у нас не вийшло провести чемпіонат Європи по баскетболу. Ага. Слухай, ну я, до речі, не вперше чую від людей, з якими спілкуюсь, які хоч трошечки там слідкують за баскетболом, що саме про Євробаскет я хочу провести. Чому саме такий турнір? Це щось, це статус вже буде для тебе, як галочка? Як ти, ви як ти ви знаєте, от я взагалі не думаю о статусі. Абсолютно. Ні? Абсолютно. Тобто провести... Ну, провести... Чесно кажучи, таке в резюме, коли записано, то це щось та й значить. Як не кажи. Ну, знаєш, ви... людям таке показати, подивись, є до чого. Ну, ти знаєш, возможно, возможно. Но мені би було інтересно поучаствовать в этом. Вообще, я на самом деле за все спортивные мероприятия я берусь с большим удовольствием. Какое бы оно ни было. Байдуже взагалі. Чемпіонат України, да? Чемпіонат города. Фан-зону для перегляду, так? Для просмотра чемпіонату по футболу. Тобто мені будь-який проєкт інтересен. Я в будь-якому проєкті віддаюсь на максимум. Я не працюю в полсили. Я завжди прихожу перший на локацію і ухожу в останній. От на примірі фан-зони на пасажі, коли транслювали футбол, я прийшов туди перший. И ушел туда в полвторого ночи с последним болельщиком, с последней убранной бутылкой под мусор. Я так работаю. Я по-другому не умею работать и по-другому не буду работать. И все ж таки, так, про Євробаскет. Так. Не будемо брати, наприклад, то, що там немає такої арени, там хоча б на 5 тисяч
3-5, давай так будемо говорити. Окрім арени, що необхідно місту Дніпру для того, щоб провести Євробаскет? Тому що ось недавно там президент зустрічався з представником ФІБА, і вони говорили про те, щоб провести в Україні, ну і там будуть обирати міста. З чого розпочати організацію такого процесу, окрім стадіону? Поки що не беремо його, хай його будують. Чого не вистачає місту, наприклад? Іменно Дніпро. Так, да? Так, з твоєї ось точки зору. Ну, з моєї точки зрення, звісно, це не вистачає аеропорт. Угу, так, добре. Ось з моєї точки зрення. Я думаю, що з гостиницями у нас абсолютно все в порядку в місті. Так, добре, згоден. Бо, тобто, і по качеству, і по количеству, так. Да. З точки зрення ресторанного бізнесу, мені кажеться, теж. Тобто, всі знайдуть, де покушати і віддохнути. Є якийсь стрибок в цьому? Так, да, безусловно, необхідно буде провести велику роботу з волонтерами. Це обов'язкове вивчення англійського язика. Обов'язково, тому що... Бажаючих буде попрацювати на такому івенті? Я уверен, що буде дуже багато волонтерів, які захочуть поучаствовать в цьому мероприятии. И потом, впоследствии, это в жизни им даст определенный толчок. Это поможет. Мне кажется так. Потому что, будучи бы мне сейчас 18, там, студенческие годы, какие-то 18 лет, и если бы я обладал знанием английского языка, меня пригласили встречать в аэропорту, там, например, там, сборную Испании по баскетболу, которая прилетает в Днепр на игру, то я с удовольствием бросил все дела и поучаствовал бы в этом мероприятии. Ага. Добре. І останнє тоді питання. Івент-менеджер, воно таке з двох частин буде. На твоєму прикладі ти цьому не вчився. Якось так зрозумів, що в тебе це виходить. Да. І ти сьогодні також говорив про те, що це не завжди про гроші. Що ти, по суті, сам ще й кайфуєш від того процесу, конечно. Як конечно, потім, конечно. Боже, це ж я зробив. Конечно. Давай тоді так. Твої поради людям, які хочуть організовувати, будемо казати про місто Дніпро, в нашому місті івенти, пов'язані зі спортом, але чомусь цього не роблять. Ось твоя порада для них. Що б ти порадив, скільки мені років там не було? Що робити? Обов'язково ізучити опит проведення мероприятий. Благо, у нас є інтернет. О. Да. Тобто, якщо ви хочете почати організувати якесь мероприятие, достатньо зайти в інтернет, и почитать, изучить, как на опыте других, даже начиная с Олимпийских игр, как это проводится. То есть, с чего начинать? С чего начинать, я расскажу в двух словах. Ничего не бояться. То есть, быть уверенным в себе. Знаете, еще одну секунду вашего времени. Когда я работал... Федерация ракетно-модельного спорта. Как я попал к министру на прием? К министру спорта Жданову. Добрый, давай. Я сижу в Днепре. И знаете, тут еще очень много... Когда ты максимально искренне что-то делаешь, тебе судьба идет на помощь. То все выходит, так? Да, то все получается. Я сижу в интернете, что-то там работаю. И мне выскакивает окошко, что через полчаса прямой эфир со Ждановым на каком-то там канале. Я захожу и пишу туда. Здравствуйте. Я представитель Федерации ракетно-модельного спорта. Хочу попасть к вам на прием. Все очень просто. И он тебе... И он, да, ему журналист просто читает мой этот вопрос. Он говорит, да, в понедельник с вами свяжется мой помощник и приезжайте в Киев. Нормально. И так я был у министра Жданова на приеме. А что так можно было, да? Так можно было. Ага. И это реальная история, абсолютно. Зрозуміло. Я беру с собой президента Федерации ракетно-модельного спорта. Мы покупаем билеты на поезд. И мы у министра. Угу. Министр Жданова, оказалось, что в детстве сам занимался ракетно-модельным спортом. Да, ага. Мы нашли очень много общего в общении. Поэтому все возможно. Все. Абсолютно. Ну, не треба боятися чиновників, да? Не надо, нет, абсолютно не стоит. Конечно, ну, человеческий фактор в любом случае существует, но я не столкнулся ни с одним человеком,
который бы не пошел мне навстречу, что бы я ни организовывал. Это замечательные люди, с которыми очень комфортно, приятно работать. І я надіюсь, що їм зі мною теж. Розумієш, просто виникає таке ось у суспільстві враження, щоб щось організувати в країні, там, чи по місту, чи взагалі в Україні, треба комусь постійно щось заносити, щось приносити в пакетах, коньяк, шоколад, гроші. А по факту виходить, що це от дуже такі стереотипні речі. Абсолютно. Що можна все це зробити, якщо ти насправді постучиш просто в ті двері, тобі можуть відчинити і зробити, скажуть, то без проблем роби. Абсолютно. Цього вже всього ні. Це вже історія не про це. Це вже історія не цієї країни, не цього часу, абсолютно. Абсолютно не було і близько у мене такого навіть. І я навіть вспомнити навіть шоколадку не можу. Друзі, отже, якщо ви хочете щось створити для суспільства, пов'язане, да будь-чим, не музика, спорт, кіно, література, просто стучіть в ті двері, вам відчинять, принаймні спробуйте це зробити. Нікіта Дрюченко, на Спортіку, ще побачимось.